Он был поэтом, прозаиком, режиссером, сценаристом и просто талантливым человеком. На 85-м году жизни скончался Евгений Евтушенко. Причиной смерти поэта стал рак. Впервые болезнь диагностировали около 6 лет назад. Евгений Александрович перенес операцию по удалению части почки, но в последнее время болезнь вернулась. И в пятницу 31 марта его состояние резко ухудшилось. Самара скорбит со всей страной и вспоминает поэта. В 2013 году на Грушинский фестиваль был привезен спектакль «Нет лет». Это поэтическое представление в композиции «Лучшие стихи Евтушенко» и ранние, и поздние. Спектакль жил в моем воображении как праздник слова, потому что это Евтушенко, потому что это такая существенная часть нашей культуры. На этих уникальных кадрах бессменный руководитель Грушинского фестиваля Борис Кейльман на прямой связи со Штатами, с Оклахомой, где последнее время жил Евгений Евтушенко. Десятки тысяч километров – не преграда для тех, кто близок душой. Когда у вас начнется спектакль? Когда спектакль? Спектакль сегодня в 11 вечера. А все уложилось, скажи так? Да, все уже готово, все сделано, все приехали. Это вообще грандиознейшее действие, которое, конечно, 40 лет и близко рядом, ничего подобного не было. Имя Евгения Евтушенко знакомо всем. Это стихи, песни, фильмы, любимые многими. Прощание с поэтом состоится по православным обычаям 4 апреля в Америке, после чего по завещанию самого Евтушенко его перевезут в Россию, чтобы похоронить в подмосковном писательском поселке Переделкино. Марина Кравцова, Марианна Мирная, события.